Председатель правительства Приморского края Вера Щербина провела встречу с заместителем министра иностранных дел Республики Узбекистан и чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в Российской Федерации. Стороны обсудили налаживание гуманитарных связей и развитие туризма. По оценке мировой, это самый привлекательный район для туризма у нас в Российской Федерации. Там температурный режим воды и температурный режим воздуха соответствует всем потребностям туристов. Там будет строиться курорт мирового уровня. Ну а мы сейчас ставим перед собой задачу вообще из Хасанского района вот сделать такую туристическую Мекку. Мы будем вкладываться туда в инфраструктуру. Сейчас мы ищем еще и других инвесторов, поэтому если будет интерес у ваших инвесторов, мы их сопроводим и окажем всяческую поддержку. Также Приморский край готов развивать сотрудничество с Республикой Узбекистан в области гуманитарных связей, культуры, образования и спорта. Мы также пригласили команду из Узбекистана принять участие в первых международных студенческих летних играх, которые состоятся 21-26 июля во Владивостоке. Мы просим вас оказать содействие для направления команды в участие в соревнованиях. Заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан поддержал предложение по развитию гуманитарных связей между территориями. Мы обязательно это будем развивать, туризм. Потому что у нас тоже есть что смотреть, наши края. На сегодняшний день двусторонние отношения Узбекистана и России активно развиваются значительными темпами и выходят на качественно новый уровень. И открытие генерального консульства во Владивостоке это тоже способствовало нашему развитию двусторонних отношений Узбекистана и Приморским краем. Отметим, между Владивостоком и Ташкентом существует прямое авиасообщение. Два рейса в неделю позволяют туристам удобно планировать свои поездки. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.